Со студенческой скамьи сразу в бизнес. Тверские участницы отборочного тура национального чемпионата WorldSkills Russia рассказали нашему телеканалу в эксклюзивном интервью о том, как готовились к отборочному туру, который проходит в эти дни в Тверской области. Также начинающие предприниматели поделились, каково это – демонстрировать свое мастерство дистанционно в режиме онлайн, при этом соблюдая жесткие требования. Екатерина Боброва и Алена Макарова, едва попрощавшись со студенческой скамьей, решили встать на тернистый путь предпринимательства. Об этом задумались давно, а сейчас и вовсе уверены, что их пока что небольшое дело вырастет в более масштабный проект. Экономическое образование позволяет девушкам верно мыслить в нужном направлении. Главные наставники и преподаватели помогли в этом году Екатерине и Алене грамотно разработать бизнес-план и начать его реализацию. Именно их проект и был выдвинут на региональный отбор национального чемпионата. Молодые профессионалы по компетенции предпринимательства. Это направление на сегодняшний день самое популярное у молодежи. Ну, нам было это интересно, и мы решили заняться своим делом. Мы уже состоим, получается, в бизнесе, хотим дальше развиваться, расти, двигаться вперед. Что представляет из себя план развития, а также какова сфера его деятельности, пока что знают только сами участницы и жюри конкурса. Делиться подробностями, пока не завершатся испытания, категорически нельзя. Таковы требования чемпионата. Как рассказывает компатриот тверской команды, преподавателями и самими участницами была проделана колоссальная работа, прежде чем проект увидел свет. Подготовка девушек шла в очно-дистанционном формате, через платформу Zoom, в стенах колледжа непосредственно. Девушки приходили, мы разрабатывали бизнес-план, прорабатывали каждый модуль. От описания бизнес-идеи, заканчивая экономическими расчетами. Мы были в налоговой, открывали собственное ИП, выбирали систему налогообложения. Также проводили маркетинговые исследования, девушки выходили на улицы города, проводили анкетирование различных возрастов. Также интернет-опросы, использовали информационные технологии для создания сайтов, страниц в социальных сетях, и многое другое. Работать кандидатом в финал WorldSkills приходится в этом году под прицелом камер. Площадкой для проведения испытаний стал торгово-экономический колледж. Аудиторию учебного заведения оборудовали по последнему слову техники. Здесь и мощные видеокамеры, и бесперебойный интернет. Девушки говорят, что объективы и микрофоны теперь привычное дело. Морально сложно, но... Забываешь, когда тебе приходят задания, и нужно делать быстро. Но определенные трудности всегда существуют, но благодаря подходу наших преподавателей, которые нас готовили, это прошло легко. У тверских участниц серьезная конкуренция. Всего в отборочном региональном туре чемпионата в компетенции предпринимательства принимают участие 64 команды со всей России. В Твери мероприятие проходит при поддержке правительства региона. Итоги отборочного тура будут известны уже 15 августа, а сам финал национального чемпионата пройдет в сентябре. Помимо предпринимателей, Тверскую область будут представлять молодые специалисты в таких компетенциях, как агрономия, графический дизайн, кирпичная кладка и некоторых других.